Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Драконы. Всадники Олуха». Ну что же, 13-й день, мы с тобой забираем 325 листочков. Опавшие листья. Окей. Так, что у нас с тобой здесь интересно есть? Временные события, кстати, нужно будет допройти. Так, а здесь у нас что? Что это такое у нас? Выживание. Так, выживание мы тоже с тобой сегодня поиграем. Но сначала заберем, наверное, все, что у нас здесь добыто. Так, водореза прокачали чуть-чуть. Криволапа. Так, тут мы забираем рыбу. Так, досок у нас дофигище. Ага. Тут у нас с тобой выполненные задания. Так, давай продолжать. И отправим его в клуб. Пускай летит. Естественно, все бесплатно. Тратиться мы здесь с тобой не будем. Так, найдите мать. Давай, пускай летит. Ну и Грамгильда у нас тоже с тобой. Хотя, подожди, она выполнила задание. Забираем с тобой награду. Дай пак, пожалуйста, дай пак. Ну, конечно. Дадут, как всегда, эту шестеренку. Никчемную. Ладно, отправляем его в следующее путешествие. Пускай летит. Так, ну, а мы с тобой, наверное, сейчас откроем для начала пак. Загадочный. Что же нам отсюда с тобой выпадет? Так, монеты Одина. А вот и сам пак. Громель. Ужасное чудовище. И Вострозуб. Ну и, конечно же, ресурсики. Значит, открываем с тобой сразу же и второй пак. Но сначала нужно посмотреть рекламку. Монеты Одина, как всегда. Ну и что у нас тут? А тут одни ресурсы у нас будут. Ну все, замечательно. Так, давай дальше смотреть, что у нас тут. Рыба. Сразу отправляем его на поиски. Так, 200 тысяч у нас рыбы. Это, в принципе, хорошо. Так, мне нужно, друзья мои, сколько-то еще драконов прокачать. Сейчас мы глянем с тобой. Угу, еще двух драконов нужно до 30 уровня догнать. Так, это 30 уровень. Водорез только 19 уровня. Так, Беззубик, ух ты. Нормуль. Так, Беззубик у меня тоже 30 уровня, сколько, насколько я помню, да. Кого же нам тогда прокачать с тобой? Давай смотреть, кто ближе всего для прокачки у нас. Ну, я вижу водорез и... И Громель. Тогда будем с тобой, наверное, водореза прокачивать. Так, пускай летит. Кто еще у нас с тобой быстрее может прокачаться? Ага, Древоруб. Блин, не хватает. Ладно, тратим. И пускай тоже летит, обучается. Так, значит, вот Древоруба мы с тобой прокачаем, да? Получается. И вот этого дракончика, и все. У нас с тобой будет возможность прокачать Зал Совета. Да, именно так. Обмен. Нет, мне это не нужно, я отказываюсь от твоего выгодного предложения. Можно посмотреть, что вообще у тебя тут есть. Все, что ли? Понятно. Скудненько, если честно. Так, забираем с тобой древесину. И забираем реворд за выполненные задания. Так, это у нас с тобой янтарь. Отправить Беззубика в путешествие, кстати, нужно это сделать. Что будем с тобой искать? В принципе, я знаю, что нам нужно. Вот. Тайфу Миранг мне нужен, потому что этот... Дракон пока у меня отсутствует. Поэтому пускай летит его ищет. Естественно, бесплатно. И забираем с тобой здесь награду. Получить 192 тысячи единиц древесины. Также рыбы. Использовать ускорение. Так, победить 5 драконов. Это мы с тобой сделаем чуть позже. И отправить драконов в приключения. Принять участие в заданиях обороны Олуха. Это все мы с тобой будем делать со временем. Так, сейчас мы откроем пак. Вот он. Что нам здесь выпадет? Душитель. Пристиголов и шепот смерти. Змеевик. Окей, активируем тогда следующий с тобой. Ну и давай-ка сделать событие. Подожди-ка, тут у нас фонарь, что ли, еще? Да, фонарь.
найти. Вот он. Окей. Значит, события. Давай приступать. Нам тут еще, ё-моё, копошиться и копошиться. Поэтому вперед. Так, посмотрим, что мы здесь будем делать. С кем драться. Так, древоруб и душитель, что ли? Блин, три волны. Так, он ходит первым. Ну, мы начнем, наверное, с душителя. Так, тихо, тихо. Три волны, поэтому нам нужно с тобой очень экономно здесь играть, чтобы не растратить все здоровье. Его, конечно же, нужно в первую очередь бомбануть. Иначе будет больно. Так. Ага, в громельку. На тебе. Ну что ты тут задумал? Душитель, ты достал, вот серьезно говорю. Ну-ка. Так, мы еще с тобой ходим. Сейчас будет душитель делать свой ход. Слушай, он достал уже, а? Нам нужно лечиться. Нам нужно с тобой восстановить себе здоровье. Вот так вот. Ты достал, а? Хорошо, мы уничтожили с тобой душители. Так, пристеголов ходит. Блин, вот этого надо уничтожить. Иначе нам будет плохо. Окей. Может, заморозку? Давай заморозку сделаем. Замечательно. Так, и, наверное, будем добивать пристеголова с тобой. Что ты там выдумал? Конечно, хотелось бы еще хильнуться. Мы, наверное, успеем, да? Если я вот так вот. Отлично. Так, он не успевает сделать ход. А, нет, успел. Вот засранец. Ну что, переходим с тобой на последнюю волну. Ничего себе жиробас. А что это такой жирный-то он? Ну ладно. Так, 9 уровня. Поехали. Что, сейчас будет таранить? Блин. Забомбят, мне кажется, да? Ай-яй-яй. Как же все, ребята, плохо. Сна больше у нас с тобой нету. Так, давай, наверное, мы с тобой сделаем вот так. Пускай бомбит своих. Отлично ударил. Так, ну теперь вот этого будем с тобой брать в расход. Предположим. Так. Кусаем. Давай своего бомби. Молодец. Красавчик. Блин, этот ужасно сильно кусается, а? А почему мне недоступно? Блин, ребята, мне недоступен был этот удар суперский. Смотри, что вытворяет, а? Просто посмотри, что он вытворяет. Надеюсь, сейчас мы его все-таки сможем победить. Он будет промахиваться пока. А мы с тобой должны его за этот момент уничтожить. Но он жирный. Это типа как босика, да? Своего рода. Да, это как босик. Но не дали мне. Так, кому-то сейчас будет крышка, я чувствую. Я правильно почувствовал. Ну что же, спасаем свою шкуру. Фиг тебе. Давай, кусаем. И еще один укус, и мы победили здесь. Фух. Да, друзья мои, не так уж все легко и просто. Но победа за нами. Что нам дадут? Пак? Ну что, давай крутить барабан и посмотрим, что нам выпадет. Ну, конечно. Конечно же, древесина. Мне в последние разы только древесина и рыба выпадает. Больше ничего толкового здесь не выпадет тебе. Так, ладно. Мы перешли вот сюда с тобой. Ну что, попробуем здесь подраться. Так, потом идет 1000 янтаря.
И дальше, по-моему, еще один пак мы с тобой можем заработать. Ну что же, опять древоруб. Я смотрю, у нас тут с тобой. Так, тихо, 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 не надо буянить. Ну что, поехали. Нормуль. Кусаем. Так, душитель ходит. Блин. Сильно бомбит, да? Смотри-ка. Опять душитель. Окей, добиваем с тобой древоруба. Так, давай-ка мы, наверное, вот так сделаем с тобой. Пускай, ребята, он промахивается. А мы с тобой, может быть, успеем похиляться, ну и все остальное. Так, душитель, ты достал уже, а? Ходит через каждую секунду практически. Так, сейчас мы с тобой... Ну, мы можем хильнуться, в принципе. Так, душитель кого будет бомбить? Понял. Раз укусик. И добиваем. Так, волна вторая из трех. Окей. Стопы, стопы, стопы. Не надо бомбить вот этого мне, пожалуйста. Не надо. Так, этот 9 уровня. Фиолетовый. Фиолетовый. Кого? Наверное, его будем бомбить в первую очередь. Так, заморозка. Чтобы остальные все стояли пока и думали. Шикарно. Так, мы, наверное, его в первую... В плане уклонения. Это что за фокусы, я не понял. Добили, шикарненько. Теперь, наверное, вот этого будем с тобой уничтожать. Как ты ходишь-то, а? Ты же спал. Опа, над кусиком его. Так, хильнемся. И продолжаем бомбить. Присти голов это у нас. Что он там сейчас хочет сделать? О, громыльку атакует. Ну что, ребята, последняя волна, третья. Ух, ё-моё. Так, слушай, нам с тобой нужна здесь массовая атака. Иначе нас тут с тобой разберут. Или сделать вот так. Кого он будет атаковать? Слабо ты бомбишь. Будем помогать. Окей. Так. Что это такое? Хоба? Хиляет, что ли? Что это он сделал сейчас? Не могу понять. А, ускорил. Ускорил вражескую команду. Вот он что сделал. Блин. Ну вот и как мне тут быть? Да почему ты так промахиваешься-то, а? Сильно очень. Жаль. Жаль, ребята, мне этого дракончика. Блин, вот как мы теперь будем с тобой здесь выигрывать, а? Скажи мне на милость. Да ты запарила уже, а? Вшивая. Смотри, что она делает. Она ускоряет команду, а этот еще и усилил. Так, естественно, в сон. Конечно, ребята, их нужно... Вы что, сейчас специально, что ли, это все сделали? Так, Громель. Я не знаю, нам нужно как-то... Офигею просто. Так, а эти уже очнулись, да? У них атака повышенная, защита повышенная. Это, по-моему, ребят, нам кранты. Так, я хиляю. Попробуем с тобой сделать так. Громылька, вся надежда на тебя. Пускай тебя атакуют. Но нет. Атакуют, к сожалению, моего. А, вот это уже хорошо. Так, давай, 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 атакуй его. Да ты запарил уже со своим бафом, а? На. Давай-ка мы этого бафера с тобой попробуем убить как можно быстрее. Атакуй громельку. Слушай, достал он, серьезно тебе говорю. Блин, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Так, подожди, а почему я не могу? Вот. Давай-ка в сон их. Так, добьем, добьем. Замечательно. Так, этот пока у нас в отключке. Блин, а я не могу ничего сделать. Не пропустить ничего. Так,
сделаем с тобой атаку усиленную. Надеюсь, мы его успеем забомбить через усилялку. Он, прикинь, два раза ходит. Заход. Зашибись. Ну что же, если он сейчас сделает какой-нибудь суперудар, он наверняка его сделает. Нет. Так, 71 хп мы себе восстанавливаем. Слушай, тогда мы его сейчас бомбанем. По идее. Давай вот так, наверное, сделаем. Если не подобьем, так в сон загоним. Е! Фух. Да, это тяжелая была победка на самом деле, но мы справились. Ну что, крутим колесо. Как всегда, да, рыбу. Ну и естественно, ребята, ту рыбу, ту древесину. Чтоб тебе пак здесь выпал. Угу. Держи карман шире. Ладно, я забираю награду. Так, янтарь мы с тобой забираем или нет? Так, новые призы, отправленные вам почтой. Окей. Очередной у нас с тобой бой. Естественно, враг будет все сильнее и сильнее становиться. Скалотряс, я смотрю, здесь у нас, но две волны всего лишь. Будем разбираться, наверное, вот в первую очередь с этим охламоном. Да елки-палки, уклонение. Сейчас будут кусать. Кусать очень сильно. Так, подожди-ка, давай-ка, наверное. Ну да, другого выбора нету. Так, Громелька, ты-то иди отсюда. Блин, быстро мне, конечно, сейчас разберут дракона, я чувствую. Если мы с тобой тут не подсуетимся. Так, а как ты тут подсуетишься? Сейчас будет суперудар у нас. В сон, конечно, в сон. Всех вгоняем. Отлично, будем с тобой добивать вот этого. Так, а вот теперь думай, кого. Громельку, наверное, будем бомбить. Да, начнем с него. Так, хильнемся, пока есть такая возможность. Че, очнулся, да? Вот так и делай дальше. Кусаем. Хвостом. Так, это сейчас очнется, да? Он уже очнулся. Как вариант, я думаю... Блин, нет. Да подожди, ты не то делаешь. Нам нужно его захилять. Он нам еще понадобится. Ох, ё-моё. Какой сейчас был мощный удар. Ну а ты что тут? Кому-то, по-моему, крышка, друзья. Оу. Ты посмотри-ка, а мы с тобой выжили. И это круто. Так, он сейчас будет двойной укус делать. Мы с тобой в защите. Это хорошо. Это терпимо. Хильнемся. Укус. Все. Мы прошли с тобой. Последняя волна. Посмотрим, кто здесь. Так, древоруб. Наверное, я думаю, надо начинать с него. Надо начинать с него в сон. Выгоняем давай всех. Отлично, попали. Прекрасно. Древоруб у нас ходит чуть ли не самым последним, так что будем... Да в плане! Ага, промахнулся. Так тебе и надо, по делам. Так, Громель, я думаю, ты добьешь. Точнее, это не Громель, ребята, это же у меня Сарделька, почему я все время Громелем называю его. Да, друзья мои, игра взяла и вылетела. Прямо во время боя. Непонятно, по какой причине. Придется сейчас заново нам все это делать. Так, забираем с тобой здесь награду. Так, события. Где мы с тобой? Вот здесь вот, по-моему, да? Остановились. Вперед. Угу. На этом поединке, да, мы с тобой остановились? Блин, ну придется все заново, конечно, играть. Да какое уклонение-то, блин, а? Блин, скалотряса главное, ребята, не пропустить. Он бомбит здесь очень сильно. Давай, поехали. Две атаки. Ну фиг ли делать, давай так бомбить. Урон, конечно, вообще никакой, ребят. Оу, усиливает атаку.
Так, ну если мы с тобой, конечно, можем успеть загнать их в сон всех. Давай, наверное, так и сделаем. Постараемся. Так, сюда бомбим. Ну и загоняем в сон. Пускай они на два хода здесь. Трындец. А этого не загнали, да, значит? Опа. Заблокировал нам способности. Так, главное, что эти спят пока. Отлично. Ну что, будем, наверное, с тобой вот этого бомбить. Пока. Скалотряс пускай отдыхает. Он очнулся, да? А мы опять их в сон. Отлично. Просто перфектум. Ну что, теперь будем уже разбирать скалотряса. Так, тихо. Блин, я так и думал, ребята. Свой супердар он обязательно сделал. Что? Вот как вот у него получилось? Он в тот раз не смог подбить, а сейчас уничтожил просто на раз и все, ребята. Блин, нас в меньшинстве. И вот как нам здесь с тобой побеждать? Вот объясни мне. Так, давай, наверное, мы сделаем вот так с тобой. А этого будем пока бомбить. Хотя я, наверное, зря сделал. Ага, получил. Вот, вот этого я боялся. Именно огненного урона. Так, ну у нас с тобой, если что, есть груша еще. Мы можем ей воспользоваться. Так, кусай этого. Атака вообще ничтожная, ребята. Вообще ничтожная. Так, ты будешь бомбить кого-нибудь? Отлично. Такой урон вообще ни о чем, ребят, наносит. Вот этот вот. Блин. Нам с тобой, может быть, применить... Во. Надеюсь, это нас спасет. Отлично. Так, ну что, этого мы с тобой добиваем. Теперь, я думаю, надо брать вот этого в расход. Может быть, мы с тобой пройдем. Не факт, но будем надеяться. Видишь, уклоняшки работают. Просто срабатывает уклонение. И этот почему-то так быстро очнулся. Непонятно, блин, почему. Ты достал, а? Давай вот так вот сделаем. Бомби своего кореша. Не хочет. Так, добьем? Добили. Ну что же, теперь этого надо нам с тобой нахлобучивать. Что он там хочет сделать? Уклонение, правильно. Так, удар. Дальше укус. Сейчас что-то будет. Сейчас кого-то потеряем, нет? Пока, слава богу, все нормуль. На тебе. Так, укусом убьем его, должны. Все, друзья мои. Здесь мы с вами тоже прошли. Замечательно, победа за нами. Двигаемся дальше. Крутим колесо. И что нам тут выпадет? Опять древесина? Да трындец какой-то, просто. Нет у меня никакой дополнительной награды. Так, а здесь у нас получается основная битва. Здесь будет босс. Вперед. Вперед из песни, друзья. Прогресс 50% уже выполнено. Угу. Три волны, как всегда, да? Да, тут три волны. Поэтому будем предельно аккуратным. У нас с тобой только лишь есть для заполнения шкалы энергии. И все. Блин, вот этот вот здесь вот, вот он сам по себе бьет очень слабо бомбит. У него, конечно, неплохая массовая атака, но именно по дамагу ни о чем. Вот этот, конечно, свирепый, вообще бомбит классно. Так, нам бы с тобой, может быть, в сон загнать их. Давай, наверное, загоним в сон все-таки. Вот так вот. Уничтожаем. Так, он очнулся, да? Сейчас начнет тут буянить. Хотя мы можем с тобой хильнуться. Для начала. Массовая атака сейчас будет. Но я вижу, у него накопилась энергия для массовой атаки. Он может спокойно ее применить. Но он почему-то этого не делает. Он же может огоньком своим полыхнуть. По-моему, так он делает, да? Но он не сделал. Так что извиняй. Переходим с тобой на вторую волну.
Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, вот этого, наверное, будем тобой, да? В первую очередь. Как больно же бомбит-то, а? Или в сон загоним? Давай, наверное, мы будем загонять их в сон все-таки. Так, уклонение. Ну, конечно же, ребята, уклонение. Фиг попадешь, называется. Опа. Ну, тут тогда, ребята, вот этого нужно пристеголово бомбить, раз у него меньше всего хп. Блин, защита понижена у нас с тобой. И он именно его бомбит, а? Так, почти, ребят, почти уничтожили. Так, эти сейчас оклемаются. Мы можем с тобой повысить атаку. Но я думаю, что не стоит этого пока делать. Очнулся, да? Что он сейчас сделает? Ох, как он сильно бомбит. Или все-таки в сон? Нет, ребят, надо вот так вот делать. Давай, добивай своего. Что-то не хочет он добивать его, а? Ладно. Так, кусаем. Ну, я думаю, наверное, лучше нам здесь подлечиться. Два раза ударить. Кусануть. Так, кому-то сейчас укус прилетит. А, нет, вот что он сделал. Тогда мы хил вырубаем. Два раза хвостом и добиваем. Переходим с собой на третью, последнюю волну. Смотрим, кто у нас тут. Блин, а это кто такой? Воу-воу-воу, это Престиголов, что ли, такой здоровый стал? Ну да. Это именно он. Так, нам нужно с тобой массовую атаку. Это Грамгильда, что ли? Оу, как вжарил. Давай всех в сон, пожалуйста. Всех в сон. Нормуль. Так, вот с этим надо разобраться. Он же бафер, насколько я помню. Так, эти пока отдыхают. Давай укусик. Блин. Так, добиваем его. Есть контакт. Что же нам сделать с тобой? Давай, наверное, вот так вот. Так, опять вгоняем с собой в сон. В плане уклонения, блин. Вот этого мне только не хватало, а? Ты посмотри, мы, ребята, промахнулись. Я офигею. Блин, я не знаю, что делать. Я просто не знаю, что здесь сделать. Очень много промахов. Сейчас добьет, мне кажется, мою сарделечку здесь. Так, в сон. Опять вгоняем их тогда. Пытаемся. Ну-ка. Есть контакт. Минус один. Остается последний. Ну, понятное дело. Сейчас мы с тобой его распишем. Все, друзья мои, прошли. Мои дракоши победили здесь. Ну, будем сейчас открывать. Точнее, крутить колесо. Поехали. Давай что-нибудь нормальное только, а? Нет, он опять возле рыбы с древесиной. Ну. Знаешь, как специально все сделано. Так, ну что, мы забираем с тобой 150 рун. Это классно, на самом деле. Так, потом у нас будет 500 листиков. Нет больше выносливости. Понятно, ребята, выносливость у нас с вами закончилась. Вот она, 5 штук ее было. А сколько у нас еще будет действовать? Ну, я имею в виду вот этот ивент. Это где-то можно посмотреть? Ага, еще 9 часов. Ладно. А на выживание у нас, ага, совсем отдельная энергия. Ну что, давай попробуем выжить здесь, если получится, конечно же. Ох, ничего себе. Классно сделано. 6, во, высерил. Обалдеть, ребята, 6 волн. Ну ладно, понятное дело, противник тут вначале легким будет, да? Уровень у него 6 и 5. Как бы особого урона они нам не наносят. Но 6 волн. Продержаться надо здесь. Ой, не знаю.
друзья мои, не знаю, как тут. Ну, сколько победим, столько победим. Так, давай, кусаем. Урон они, конечно, не наносят здесь вообще практически никакой. Поэтому пока будем пользоваться этим моментом. Так, кусаем. Так, волна вторая. 7-6 уровень, да? Уже потихоньку начинает, ребят, наносить урон нам. Так, сон, я думаю, не надо пока тратить, да, заморозку. Единственное, что можно было бы пробафаться на атаку. Ну да, как вариант. Вы достали уже, а? В минус. Так, отлично. Давай-ка мы, наверное, с тобой пробафаемся чуть-чуть. Хотя бы на атаку. Она у нас сколько? 3 хода, по-моему, действует. Уклоняшка. На тебе. Добили. Ну что, переходим с тобой на 3-ю волну. Так, 7-8 уровень, да? Что ты там дергаешься? Дергается он мне. Укус. Удар хвостом. Двойной удар. Есть. Так, нам нужно пробафаться опять на атаку с тобой. Поверь мне. Это будет эффективненько. Потому что, ну, атака на баф. Баф на атаку, точнее, вообще самое то. Топчик здесь. Тем более, когда у нас сарделька с тобой бомбит, хвостом двойную атаку делает. Тут вообще даже говорить не о чем. Так, переходим с тобой на 4-ю волну. Так, уже смотрите, 10-й, тут 7-й уровень. Начинается лютость потихоньку. Не ровен час, надо будет заморозку применять. Достал уже, а? Так, вот этого, наверное, будем. Понятно. Ух ты. А ну-ка, влупи. Хорошечно так по ним. Есть. Так, ну мы можем с тобой, в принципе, любого здесь добить. Ага. Так, еще время есть, да? Давай хильнемся, наверное. Так, так. Что-то там придумал. Вот что он делает. Добиваем. Ну что, 5-я волна. Господи, еще здоровее стал. 11-й уровень. Ребята, 11-й уровень. Они, видишь, какие все здоровыми стали. Массовых атак пока у меня нету. К сожалению. Давай начнем, наверное, вот с этого. Бомбим. Нужно дождаться нам с тобой сна. Как только будет сон, мы их сразу всех усыпляем. Ух, ёпрасоте. Нет. Потеряли мы с тобой одного из элитных наших драконов. Быстро него, конечно, там раздеребанили. Ничего не могу сказать. Как нам теперь тут быть-то с тобой? Так, давай, наверное, на атаку пробафаемся. Надо как можно быстрее его уничтожить. Окей. А этот уже очнулся, да? Этот уже очнулся. Что-то сейчас будет. Да чтоб вас. Ой, ребят, не знаю. Сейчас он что-то сделает. Он просто бомбанет, наверное, да? А, вот как. Это, кстати, хорошо, что уклонение. Блин, или атаку сделать? Давай, наверное, я вот так все-таки сделаю. Отлично. Так, удар. И добиваем. Последний, друзья мои, последняя волна. 12-е, ё-моё. Ну, ты сам понимаешь, да, что враг еще становится сильнее в разы. И я думаю, сейчас у меня уничтожат вот этого дракона. Ну, ты как ты мне прикажешь здесь одному сейчас бомбиться против них? О-хо-хо-хо-хо. Уничтожат они его.
А знаешь, что мне надо было сделать дурачку-то, а? Поздно я сообразил, ребята. Ладно, будем сейчас с тобой сделать вот так вот. И пускай они сами себе наносят урон. Давай, сарделька, вся надежда на тебя. Пускай они тебя атакуют. Отражение. Ну-ка. Блин, промахиваемся еще. Сколько у нас? Два хода, по-моему, да, действует вот это вот. Сам себя уничтожил, замечательно. Давайте массовыми атаками бомбить. Чего вы там ерундой какой-то страдаете? Так, еще ход или нет? Я вот не помню, ребят. Как посмотреть, сколько еще действует? Ага, все, исчезло. Бумс. Пониженная защита у нас. Все, ребят, тут кранты, по-моему. Тут мне крантарики. Никак не выкрутится, да, получается? Из этой передряги. Красного дракона очень быстро мне забомбили. Ну все тут. Судя по всему, крышка. Слушай, вы достали уже, а? Ну, этого я уничтожу, а тот меня добьет. Так ведь получается. Этот меня сейчас уничтожит своим укусом паршивым. Даже вот так вот. Нет, ребята, пока вот не могу, ребята. Если бы у меня были бы мои драконы 12-11 уровня, возможно, мы бы здесь еще посоревновались с ними. А в данный момент не хватает энергии, силы против них бороться. Хотя награды здесь, ну, приличные, да? Пак, второй пак, плюс листья и янтарь. Ну что, мы с тобой отправляемся тогда на арену. Пойдем на арену, возьмем с тобой паки, пак вождя и тому подобное. Так, иди ищи рыбу. А что они все у меня тут прохлаждаются? Объясни-ка мне на милость. Я что-то не понял юморка. Сидят тут, понимаешь, балдеют. Не ищут ничего. А? Аглоеды. А ну-ка быстро искать. Давай, 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 на поиски. Ты тоже ищи. Так, тут мало. Скалотряс, лети за деревом. Ну, в принципе, пока и все. Ну что же. Тусклый янтарь. Забираем 1000. Что у нас тут еще? Древесину. Не могу забрать. Где у нас арена? Вот она. Да, на арене. Кстати, а я смогу... Подожди. Блин, не успел нажать отмену. Ребята, я хотел посмотреть, водореза я могу прокачать или нет. Там, по-моему, с 24 уровня, да, он может повысить себе. Ух ты, это кто такой? Смотри, такого я еще не видел ни разу. Че-то, сарделька, ты вообще меня подводишь. Промахиваешься капитально. Че с тобой не так-то опять, а? Фига тут чудик. Не кислый, я тебе скажу, такой. 10 уровня. Красный, синий и фиол у него, да? Всех мастей и раскрасок взял себе драконов. Опа, это что, типа кислотный дождь такой был, отравление? Что-то он там сделал такое неприятное для меня. Да блин! Вот этого, конечно, нужно бомбануть еще. Он же сейчас будет тут свои суперудары делать. Так, мне не нравится вот этот хмырь. Ага, мы от него избавились. Так, теперь, я думаю, ребят, надо вот этого, наверное, брать. В оборот. Так, ну что ты там? Давай, вот так вот. Будем потихоньку его бомбить. Давай, своего же там уничтожай. Укус. Ударчик. Кому-то сейчас прилетит, да? Добили. Так, ну что, этот хлопчик теперь будет нашим. Давай, 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 давай. Промахнись. Вот так-то. Будем на него вешать вот этот, ребят, дебаф.
чтобы он тут сильно не выпендрился. Ну, а в этот момент мы, конечно, с собой будем его спокойненько разбирать. Нет, все-таки, не знаю, у него, конечно, хорошо, ребят, что есть массовая атака, да, в сон. Но плохо то, что обычная атака, ну, такая вот, да, обычная, наносит очень и очень мало урона. Ну, вообще, просто катастрофически мало. Даже смешно на это смотреть. Так, ладно. Прошли мы с тобой первый бой. Получаем с тобой 3 побежденных драконов. А нужно нам еще 7 побить. И тогда будет у нас с тобой пак. Ну что, очередная схватка. Да, все ячейки забиты, я прекрасно это понимаю. Все-таки ветрокрыло я, наверное, поменяю сейчас. Посмотрим, на кого там можно. И, кстати, опять же, я не посмотрел, могу ли я водореза прапать. Ну что, начинаете тут веселиться, да? На тебе, скалотряс. Почему-то главный красный против красного наносит неплохой урон. Хотя с одной стихией. Так, ты достал. По 20 раз ходит каждый из них. Ну-ка. Отлично. Бомбани. Понятно. Бомбанул. Хорошо, хоть он себе восстанавливает немножко здоровья, даже если он промахивается. В этом есть все-таки плюсик. Что ты там делаешь? А это ты зря. Это тебе не пригодится, парень. Ты в курсе? Повысил он себе атаку. Конечно. Так я тебе и отдам это все. Валим. Эй! Нет, сарделька промахивается. Может быть, даже из-за того, что, ребята, уровень маленький. 8. Кстати, может быть. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Пускай помогает мне бомбить вражескую сарделечку. Так, ударили. Что ты там будешь делать? Ну, бомби своего друга. Помощнее желательно ударом. Не то. Поехали. Ать, ать. Так, ну что, добьешь его? Пристеголов, добивай своего кореша. Молодец. Красавелла. Так, вешаем на него дебаф и дальше продолжаем добивать. Я думаю, нам этого хватит вполне, чтобы его уничтожить. Пока на нем висит дебафчик. Да? Я думаю, вполне. Так, остается добить. Есть. Ну, как я тебе и говорил, все у нас с тобой здесь замечательно. Победушка, 30 кубков и, наверное, рыбу нам дадут. Нет, древесину. Ну что же, очередная схватка у нас с тобой. Так, получается 3-3-6, еще 4 дракона. Да ё-моё, я опять забыл посмотреть на водореза-то. Ай. Что ж ты будешь делать? Смотри-ка, он, кстати, противник берет, видишь, скалотряса. Причем уже который раз. Ладно, давай попробуем начать с этого. Если что, потом сделаем с тобой массовый сон. Наверное, так мы с тобой сделаем, да? Через массовый сон, пока они будут отдыхать, мы будем их потихонечку уничтожать. Так, вот этот противный. Ать. Слушай, ну он не повесил. Или он не вешает немоту? По-моему, он вешает. Так, сон. Мне нужен, ребята, сон. Трындец. Вот он. Надеюсь, посерединке мы с тобой уничтожим дракона. Окей. Так, начнем со скалотряса. Да, не кисло он, конечно, кусается. Так, ну что, он ходит опять, да? Пора его добить. Ну-ка. Эй, сарделька, сарделька, ну что ж ты. Так, ну что, в сон его вгоним? Да. Хотя зачем мне в сон, если я его сейчас буду бомбить? Ой, не то сделал. Да еще и промахнулся. Молодец, красавчик, сейчас что-то будет. Ребята, сейчас будет массовая атака, да? Вот это плохо. Укус? А, нет, вот так даже. Блин, а что же мне тогда делать-то? Я его, интересно, смогу забомбить в соло-то?
Ну давай посмотрим. Ой-ой-ой. У него еще повышенная атака, ребята. Сейчас. Сейчас влупит, да? Трындец. Влупил. Причем у него шло две энергии, да? А у меня всего лишь одна. Так, подожди-ка, прежде чем идти на драку, давай-ка я посмотрю, где у меня водорез. О, у меня есть древоруб. Так, шестой разряд, ну это маленько. Шестой разряд, ну куда? Так, а ты у меня... Седьмой разряд. Так, водорез. Блин, седьмого разряда тоже. То есть, получается, у меня нету, да? Больше сильных драконов. Громобой, ты какой уровень имеешь? Блин, тоже седьмой. А громорог? Шестой. Что-то вообще не пруха какая-то, а? Ты посмотри. Вострозуб, ты-то как? Костолом дикаря. Почему мне, кстати, костолома? А, нет, вот он, костолом у меня. Но он пятого разряда, куда? Конечно, не годится это все, ребят. Вот так и приходится драться своим вот этим вот составом. Потому что другого я ничего не могу поставить себе. Так, сколько нам еще нужно с тобой? Одну победу, да? То есть трех драконов выносим с тобой и получим пак. Надо заниматься прокачкой драконов. Надо очень много ресурсов. Так, с кого начнем? Наверное, с Пристиголова. Так, красный... Зеленый против фиолетовых, хорошо, да? Мне просто кажется, что он чересчур как-то, ну, часто ходит. Может быть, конечно, кажется это все. На тебе. Так, Пристиголов. Хочет уничтожить, да, мне? Дракона моего красного. Этот тут еще сейчас... Зашибись. Обалдеть. Как они быстро раскатали мне красненького-то, а? Ну что, давай. Под усиленной атакой будем бомбить. Ну что, гаденыш. Дорвался я до тебя. Очнулся. Сейчас будет массовая атака. Или подожди. Ну да, массовая атака. Я надеюсь, мне хватит, чтобы его уничтожить. По идее, должно, ребят. Ну, главное, что не промахнулся. А то бы было бы нам сейчас с тобой веселье тут. Так, ну что, пак, я думаю, мы с тобой заслужили. Да, вот он, родной, прыгает, скачет. Ужасное чудовище, древоруб, шепот смерти, экзотический шепот смерти и злобный змеевик. О, беззубик. Отлично. Ну что, друзья мои, давайте тогда еще один последний пак набьем. Лишнему он уж точно не будет для нас. Так, восьмой, там, десятого уровня. Один противник, это... Вот этот, по-моему. Слушай, вот этот хмыреныш, ребят, я не знаю. Я вот с ним дрался. Что-то особого такого в нем ничего не увидел. Так, давай-ка, наверное, вот с этого начнем. С десятого уровня. Хотя Пристиголов имеет двойную атаку. Но вот этот все-таки сильнее, мне кажется, жарит. Копим с тобой энергию, как обычно, отправляем в сон. Если выживет, конечно, ветрокрыл мой. Ничего себе. У него масс... У него массовая немота? Зашибись, я тебе скажу. Так, мы будем с тобой сегодня ходить или нет? Так, этот ходит. Это мне не нужно. Мне нужен сон. Вот он. Давай, засыпай их. Усыпляй, точнее. Начнем, наверное, вот с этого ханорика. А ну-ка. Укусик. И добивочный. Шикарно. Ну что, Пристиголов, мы, наверное, с тобой пробафаемся для начала. Теперь начнем его мурыжить. На! Что-то там задергался. Ну все, ему крышка.
Так, друзья мои, ну что, первая победочка неплохо приносит нам 3 побежденных дракона, 30, естественно, кубков и древесину. Очередная схваточка. 9-8-9. Блин, нам как вот сардельку бы прокачать. Ну, на нее не выпадают карты. Если бы выпадали бы, естественно, я бы уже прокачал бы ее. А их нету. Ты посмотри, что он тут себе взял. Ёпрасоте. Ой-ой-ой, ребята, тут уже не до шуток. Практически всю элиту хапнул к себе. Оу. Смотри, у него уже 3 энергии. Так, хорошо, он потратил. Я просто должен накопить на сон, усыпить их всех. Ну и после этого будем разбираться уже. Так, ходит. Скалотряс сейчас, наверное, накопит энергию, да? И что-нибудь сделает. Или вот этот будет таранить. Тут одно из двух. Да. Я боюсь, мы кого-то потеряем сейчас. Это была сарделечка. Жаль, конечно. Очень жаль. Это у нас с тобой баф потерялся, да? Угу. Ну что, будем скалотряса тогда уничтожать. Пытаться уничтожить. У него двойной укус вот этот вот, да. Ё-моё, да чтоб тебя. Ну-ка давай попробуем так сделать. Хотя надо было вот на этого ставить. Хотя подожди-ка, может быть, все и обойдется. Не надо только разбег делать. Фух, нам повезло. Давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Потом вот так вот. Давай, уничтожай своего кореша. Молодец, спасибо тебе большое. Ну, а теперь мы его будем... Уклонение. Сейчас катанется. Да, ребята. Сейчас катанется, но мы все равно его уничтожим с тобой. Замечательно. То есть еще 3 дракона победили. Остается 6. Нет, подожди. 4. Кубки. Кстати, скоро будет 6000 кубков у нас. Ну как скоро? Через 500. Так, 4 дракона еще нам остается с тобой подбить. Вот знаете, что еще самое обидное? У нас с тобой столько ресурсов, я имею в виду. Древесина, да, есть рыба. Ну рыбу можно хотя бы скармливать на тренировку наших драконов. Но древесину некуда потратить. Хочется что-то построить, а нельзя. Кстати, ничего себе он тут. Давай-ка, наверное, мы с тобой вот с этого начнем. Мне не нравится его массовая анимата, которую он вешает. Тихо-тихо-тихо, родной. Давай его... А, он еще и отхиливается, да? Ну-ка, баф. Сейчас мы с тобой... Почему он так быстро накапливает энергию, а? Опять хоть... Ты посмотри, опять сейчас уничтожат мне красного. Или сардельку. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Вот и все, ребята, вот мы и приплыли. Вот об этом я тебе говорил, видишь, что он сделал? Дыхнул, блин, называется. И всех моих почти разобрал. Как я теперь их тут должен уничтожать? Ума не приложу. Вот если бы он вот от этой массовой атаки хотя бы еще хилялся бы, вообще бы цены бы не было ему. Верно? Удвоение энергии. Тихо, сардельку не трогать. Ах, сейчас добьет сардельку мне. А, нет. Слушай, ребята, может быть... Чего? Ну, вот это никак не назвать, ребята, как спецом все сделано было. У него там жизни было на соплях, я его должен был, по идее, уничтожить. И фиг там. Ну, все тут... Даже говорить нечем, у меня крышка тут. Этот еще мелкий тут прыгает радостный, нервирует просто, а? Минус 5 кубков, зашибись. Говорю, скоро, угу. Как раз, ребята, и не скоро все это у нас произойдет. Ну, если бы попал бы, мой бы, моя сарделька бы уничтожила бы его, мы бы зафигачили бы этого дракона. А это все, видишь, как нарочно сделано было. Так, ладно, 2 драконов нам с тобой остается подбить, и пак будет у нас с тобой в кармане. И меня раздражает, что у меня все-таки драконы слабые. Здесь уже давно 9-10 уровни, а я все топчусь там на 9-8 местах. Как этот какой-то.
Начинает опять бомбить красного моего, а? Тут посмотри, а. Все именно на него переключаются. И этот еще бомбани. Нет, этот не стал. Ну тебе не кажется, что он ходит чаще, чем я, блин, а? Вот мне лично очень сильно кажется. Он постоянно ходит, блин. Я вот только один раз. Сейчас он опять ходит. Ну и как это понимать? Че не попадаем, а? Еще я атаку повысил себе. Нет, я не знаю, ребят. Ходит как этот, блин. Промахиваемся, короче, все понятно здесь. Как говорится, не жди победы вообще. Просто не жди победы, вот и все. Нет, если, конечно, чудом каким-нибудь сейчас мы с тобой тут выиграть сможем. Предположим. Так. Хильнемся. Очнулся, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кого-то хочет вынести. Понял я тебе. Ого. Бомби, что ты не кисло, парень. Что, опять будешь с разбега? Ну, конечно же. Конечно же, будет с разбега бомбить. Ну, все, то дай ему крышка, ребят. Ох, каким-то невероятным чудом мы с тобой здесь выиграли. Ну что же, вот и пак. Давай посмотрим, что нам тут выпадет. Громель, громорок, глыба. И все? Всего 3 дракона мне дали. Ну что ж вы так жидко. Так, выполнили с тобой задание. Еженедельное. Ага, листочки. И листочки. Обучите 30 драконов, обучите 20 драконов. И получим с тобой пак плеваки. Пак плеваки, это, конечно, хорошо. Блин, мне нужно 2000, ребята, рун, чтобы мы с тобой открыли нового дракона. Опять стоит, прохлаждается. Ну ты посмотри на него. Кстати, а мы с тобой не можем катапульту улучшить больше, нет? Что нужно? Победа над флотом 30 уровня. Вот оно как. Слушайте, ребята, напишите в комментариях, что вот эти вот штуки нам дают. Может быть, надо их построить? А? Сияющие луга. Просто один из подписчиков написал: Рэй, не вздумай, иначе ты потом намучишься. Но не пояснил, почему я намучаюсь. Что не так там будет. Так что напишите мне, пожалуйста, в комментариях более развернутый ответ. 100% кто-то из вас играл и знает, в чем там прикол. Ну а нам вроде бы как можно и закругляться, если честно. Потому что делать нам больше с тобой нечего. И ждать только следующей серии. Так, подожди секундочку, мы посмотрим. У нас с тобой здесь все забито. Да, все забито, все качаются, прокачиваются. Ну и хорошо, кстати, а чтобы улучшить? Ну понятно, 110 викингов нужно. Тут у нас по заданиям что? Улучшите, так, зал совета. Выполните обмен. Поручите громылю добыть 10 тысяч рыбы. А где у меня громыль-то? А, он на задании. Надо будет его в следующий раз отправить на добычу рыбы. Поэтому прохлаждаться уже. Ну а на этом все, ребята. Всем удачи и до новых скорых видосиков.